Всем привет, дорогие друзья! Сегодня мы будем делать очередное открытие кейсов CSGO. Ты что, дурак, что ли? Ха, наебал! Axe is calling it. It's in the bag. You choose side. You choose sound. You choose struggle for shared ground. I'm just another one for them to break down. Steeped in denial of the daily grind. Dream of a world for me and my kind. Стык 10 побед. Нам нужен рэвич. Пиздец. Глобал. Сразу. Все, забей. С руки. Некор. Короче, мы опять встали как куэсосы. Рэвич был дан в БКБ. Все, все. Иди Тайфхантер первый, Тайфхантер иди первый. Убиваем. Шиву. Этот некролит, самый лучший мужчина в мире. Этот некролит, пушим центр, ребятишки. Этот некролит дает косу в репел. Репел. Давай, пуш. И сразу же, резко, жестко, бежим на Рошана. На Рошанчика, моего маленького. Моя мотивация. Опа! Игра хорошая. А чё они калибруются? Да, стрик с 10 побед. Сбили пацанам. На кураже. Этот не кролит. О, моё. Этот не кролит. Пидорас.